Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня мы опять будем готовиться к Новому году и будем делать подсвечники. Я знаю, многие из вас никогда не делали ничего своими руками. Во всяком случае, я подсвечники, потому что по хозяйству-то и по саду они умеют многое. Но вот декоративные какие-то вещи, им, многим из них делать не приходилось. Но сегодня мы будем делать такие простые подсвечники, которые может сделать, в принципе, каждый из вас. А ведь это так приятно, когда в Новый год, на новогоднем столе, горит подсвечник, сделанный своими руками. Тем более, кое-какие из них будут еще очень ароматными. Итак, сегодня мы будем делать вот из таких простых банок, которые, в принципе, есть и у каждой хозяйки, и купить можно везде. Мы будем делать вот такие подсвечники. И я хочу сказать, что это несложно сделать. Мы берем ткань, оборачиваем вокруг банки. И сзади можно или проклеить, или сшить, или все что угодно. Но я вот сшила. А дальше украсить уже горлышко нужно. Ну вот я горлышко украсила. У меня была вот такая лента. Я сделала бантик. Вот. И у нас, значит, насыпала, как всегда, соль, чтобы банка не лопнула, чтобы, когда горела свеча, то все падало в соль, и поставила свечку. И так вот мы сейчас приступим и будем делать точно так же вторую банку. Но вторую банку я буду делать уже без вас, вы это поняли. И у нас будет еще некоторые подсвечники. Сейчас вот я покажу и расскажу. У нас еще будут сделаны вот такие подсвечники. Будут золотые, со звездами. Как мы делали эти подсвечники? Сейчас объясню. Мы взяли обыкновенную банку, вырезали из ленты для окон или для чего-то еще такую, нарисовали на ней звезды, вырезали их и приклеили. А дальше у нас есть такой спрей декоративный, достаточно дешевый. Это спрей блески. Вот, но лучше, конечно, в общем-то, если вы хотите поплотнее, то можно сделать. Ну, мне просто хотелось, чтобы еще вот здесь были какие-то разводы, чтобы неровно это было, а что-то такое просвечивалось, какая-то золотая паутинка. Но вы можете взять не спрей блестки, а можете взять спрей золотистая краска, тогда у вас будет более плотный вот здесь вот, и ничего просвечивать не будет. Ну, вот мне понравилось так. И, значит, все то, что у нас так приклеено, мы этим спреем обрабатываем. И у нас получилось, вот здесь вот я сняла уже звезды, а здесь вот не сняла. И вот показываю, берем просто эти звезды, которые у нас на бумажечке, мы их аккуратненько. Аккуратненько снимаем, и у нас такие вот получаются здесь звездочки. Ну, вот это второй вариант подсвечников. Сейчас я обработаю эту баночку. И дальше покажу, что дальше у нас еще. Я буду свечи декорировать и ставить вот в такую, ну, я не знаю, подставочка, не подставочка. Она сделана из обыкновенных палочек, веточек, вот, и была сложена, и здесь гвоздиками вот прибили для того, чтобы она держалась, вот такие штучки. В принципе, не обязательно такую сложную, можно сделать и попроще, а можно вообще взять какую-то коробку, а можно вообще поставить на плоскость. Но вот я взяла такую конструкцию, потому что я хочу сюда поставить свои подсвечники. Вот. Один и второй. И у меня будут еще ветки елки. Небольшие, совершенно крошечные.
Я хотела сделать золотистыми, потому что все-таки не надо забывать, что у нас год петуха, и должно быть и золото, и красный цвет. Поэтому я сделала наши яблочки, покрасила тоже это золотистым спреем. Вот, и у нас вот получили золотистые такие яблочки. Ну, в принципе, можно несколько яблочек, вот я оставила красных. Можно и красные поставить. Посмотрим, как у нас будет красиво. И, естественно, я хотела сказать, что вот эти кружева, они могут быть любые. В принципе, вы можете их и белые взять, и какие-то еще. Но вот я, мне захотелось красные. И, да, и кружева эти не делать, а просто, как я говорила, поставить в банке соль, насыпать свечки, и этого будет достаточно. Ну вот для этой банки мы взяли более широкую ленту и сделали вот такой бантик. В принципе, что хотите, то и делайте. Это достаточно все вот в ваших руках. Веточек может быть сколько угодно, и они могут быть какие угодно. Вот в результате, что у нас получилось. Ну, а теперь давайте вернемся к другим нашим свечкам, продолжим работу и посмотрим, что у нас получится в результате. Итак, вы видите, что мы уже эту свечку зажгли и украсили вот жемчужинками. В принципе, можете украсить как хотите, но вот я посчитала, что так вот будет более изысканно. И здесь, значит, у нас уже все подсохло, мы снимаем наши звездочки. Одну насыпали соль, и сейчас поставим сюда свечки. Так, и теперь рассказываю следующую свечку. Мы взяли апельсин, вырезали из него
внутри, естественно, весь сок вылили и поставили свечку. А для того, чтобы он пах, когда свечка разогреется, апельсин будет пахнуть, запах апельсина. Естественно, чтобы еще был один дополнительный, мы сюда воткнули душистую гвоздику. И у нас будет здесь очень приятное сочетание такое. Вот. И вот наши еще подсвечники. До свидания, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось и вы что-то примените. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five golden rings. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six geese a-laying, five golden rings. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans a-singing, six geese a-laying, five golden rings. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the eighth day of Christmas, my true love gave to me eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear.